Ну, ребята, давай. Сейчас сделаю по красоте. Сейчас только кто-то из них спустится, я его сразу убью. Он наверх идет! Он наверх! А... Вот он, вот он, вот он. Я как псих буду прыгать! Он во мне, во мне, во мне! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Фрэнка, Маквейт, Профит. Чертила, уга-буга, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Ребятушки, очень крутая рубрика, потому что пацаны будут защищать Наруто от чужого. И класснецкая карта, это у нас поле кукурузы. Если опять кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Вам будет очень сложно, потому что поле кукурузы делает свое дело. А знаете что, я уже заблудился, где я? Я уже не знаю, где я нахожусь. Так, я а тебя вот. Вижу. Все, вы можете использовать любые доступные оружия, которые возможно. Следующий раунд будет, когда пацаны будут защищать бомбу. Но для начала они должны защитить Наруто. Так, давайте сейчас попробуем напролом. Ладно, напролом не получилось. Но я поддался специально. Начинается, ребята, веселье. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Поддержите этот ролик лайкосиком и подпиской, чтобы я видел, что вам это все дело нравится. Он на улице. Да, я специально вам поддаюсь для начала. Слишком мизично. А что, вы видите меня, когда по кукурузе бегаю? Не, да. Нет. Но тебя нет. Слышно. Да, тебя слышно. Опа, я внутри. Отлично, ребята, я прорываюсь потихонечку. Есть дело у нас. Он обманул, обманул. А, я думал, ты меня убил. Он... Такая тишина сразу. Отчитываю 5 секунд. Не успел, не успел, есть. Есть, есть, есть! Я, в принципе, уже могу стать большим, но я пацанов немножко помучаю. А, ну все. Теперь следующий левел сложности, потому что Наруто уже должен умереть. Есть, вселился! Убивайте всех на А, он нас обманул! Ребята, я люблю обманывать всех и дурить! Да в дом все. Вот это был прыжок веры по красоте. Он, говорите хотя бы. Он меня. Так, сейчас я пропишу килл, чтобы стать смертным. Ну что, ребята, теперь я здоровенный черепиздрик. А вот он. Ого, жизнь не выносится. Что, видно меня хорошо? Нет, тебя не видно. О, смотрите, я нажал на контр. Ай, блин, хвост палит меня. Смотрите, хвост торчит. Давай, первый пошел, отлично. Так, ну что, я иду, есть Наруто, пора уже бомбу залаживать. Нет. Да, я иду. Не переживай. Ты меня через крышу убил. Нормально, все нормально. Я могу ж на крышу залезть. Пацаны, охраняйте Наруто. Он может сверху убивать. Чинь, да, я такой. А вот я уже приближаюсь к Наруто. Нет! Они своими телами Наруто защищают. Да дайте Наруто съесть, ёкалэ, смотрите, не дают. Все, все, есть, есть. Да все, пацаны, вы хорошо играли. Отлично просто, молодцы. Учитывая, сколько раз я умер, то, в принципе, вы даже этот раунд как бы выиграли. Так, ребята, ну что, теперь я ставлю бомбу. Хотите вы бомбу сами поставьте? Нет. А ну. А если вы ее случайно удалите, и я потом буду искать пустое место? Ребята, у нас уже такое просто было. Так, куда спрятать ее можно? А по труб можешь просто положить. Вот такая подойдет. О, бомба. А она слабая или мощная? А она не взрывается. Хорошая, но нормальная она. Это дуло, это не бомба. Ладно, давайте я поставлю. Я понимаю, что сейчас будет сложно вам. А во! Во, пойдет. Все. Вы ее еще активировали, молодцы. Ну что, ребята, второй раунд и защита бомбы. Сейчас я буду взрывать все карты. Теперь аккуратно, пожалуйста. Ой-ой-ой, как я красиво в окошко запрыгнул. Отлично, отлично. Вселился. Да, я вселился. Меня убей. Да, блин, я прям нажал кнопку уже выселяться. Ого, они тут ломают всю хату мою. Это моя хата. Да дай попаду в нее, не могу. Есть, есть. Убейте меня. Да блин, да вы задрали. Так, сейчас буду играть очень осторожно, ну очень. На подкрадулях. Не осторожно. Да блин. На дулях. Подкрадули, не подкрадули. Кого? Меня был. Отлично. Мне нравится этот момент, когда они друг друга мочат. Это очень хорошо.
Он на улице был. Ай! Ай! Да что у тебя за оружие такое читерское? А так, давай, иди сюда. Да блин, мгновенно вынес. Есть! Там уже моих трупов сколько лежит, вы видели? Они не исчезают. Ого! Вот это веселье! Да блин, я уже нажимаю кнопку веселяться, но не успеваю! Я не знаю, кому доверять, а кому нет. Тут все друг друга убивают. Да вы что делаете? Нет, не того, не того убили, не того, отлично. В смысле не того? Ребята, обязательно лайкосик, какой-то классный комментарий. Да он врет нам в глаза. Врет, как дышит. Я вру в глаза вам. Ай! Мгновенная смерть. Так, бомба на месте, пацаны? Да-да-да. Хорошо, хорошо, хорошо. Сзади! Да вы что за Рэмбо мне тут попались, а? Что за Рэмбо? У меня, лень. Спасибо. Блин, они так классно друг друга мочат. Карта маленькая, но очень классная. Все, следующий левел сложности. Я должен по-любому взорвать эту вонючую бомбу. А он на крыше бегает. Вот что он так легко меня убивает? Так, они все на крыше. Надо... А! У вас какие-то читерские автоматы. Ай! О, я знаю, надо использовать кукурузное поле. Нет, не только не это. Главное лестницу чекать, он больше никак не залезет. Ага, Дима, это куда мы? Он в доме. Я в доме, ребят. Я в доме, в дурдоме, блин! Вы гоните! Спасибо. Мне нравится, как вы сразу друг друга начинаете мочить. Глаз орла. Да, я по кастрюлям буду прыгать. Да вы издеваетесь? Вот как играть мне с такими неадекватными людьми? Вот он зашел. Стреляет рядом, но не попадает. Рядом парни. Попадаете. Да он обманывает. Каким сложно меня убить, ребята! Мы можем кричать, не надо же сразу друг друга убивать. А, это воздух! Что такое? Все, я прям сильно разозлился, серьезно, это прям... А что моя злость? Вообще ничего не работает! Да блин! Вы что, издеваетесь? Вообще сильно? О, я вижу тень от бомбы. Где-то было рядом выстрел, а не попали. А вот если бы нас было семеро, то бы вообще не. Не-не-не, я рад, что у вас шесть, а пятеро получается, а я шестой. А как ты стреляешь? Ты пробитием просто? Прострелом, что ли? Нет, я тебя через ну почти. Окошко просто есть. О, все, я теперь знаю, где окошко нету. Можно спокойно стоять здесь. Нет! Ищем жертву. О, есть! 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 Умрите, ну пожалуйста! На ком? Он внизу! Не, ну эту часть, короче, карты вообще не имеет смысла идти. Блин, они нашли тактику, они стоят просто наверху и убивают меня. А что мне делать в таком Ладно, случае? Давайте вниз. Не, все нормально, я должен догадаться как. Все, вы хорошо играете. Вы что, не надо мне поддаваться? Люблю, чтобы по-честному было. Это что? Есть! Есть! Я большой! Сейчас я пропишу килл, чтобы стать мертвым! Ой, смертным. Так у меня за что? Ой, не то. Не то, во! Нет, не бей! Как я хочу убить всех! Ого, попал хорошо! Особенно бомбу не трогай. Сейчас будет жестко, ребята. Он бегает по кукурузнику. Вижу жертву, первая жертва пошла. Так, а вот, а где бомба? Бомба. Вижу бомбу, есть. Не видит бомбу. Он уходит. Вы слышите, да, Виня? Да, у тебя лапы как у... Да. Так, ну что, делаем ставки, взорвут они бомбу или нет? А, нет. Есть, взорвали бомбу! Кто это сделал? Так, ребята, сейчас бомбу я буду прятать. Но я сделаю очень мощно. Вам какое место? Так само на крыше поставить? Да. Хорошо, ребята, сейчас будет бомба, которая одна из самых мощных, которых у нас есть в паках. И эта бомба... А она влезет вообще сюда в крышу или нет? Которую я себе напланировал. Белая вот эта. А мне кажется, она не влезет. Может, ее на саму крышу положить?
Да. А покажи какую, покажи. Попробуй. Сейчас, сейчас, сейчас. Какую? Вот это вот. Давай. Да, ой, нет, ой, ты ой, что, тут здоровый. Нет, это... Пацаны, офигели. Вот. Вот это пойдет? Да, 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 да. Вот так ей поставить или как вам ее присобачить? Сюда, сюда, сюда. На вот этот дымоход. А, вот, глянь, маленькая есть. Вот, смотри. Да нормально. Да ты чё, тихо. Вот так вот? Так, удаляй, удаляй бомбу, удаляй, Z нажимайте. Идеально. Потому что это очень мощно. Ребята, ну что, вот такую бомбу мы выбрали, и пацаны еще будут защищать. Это еще сложнее этап для меня, потому что надо прям подобраться туда и как-то ее взорвать. 3, 2, 1. Нужно не дать чужому сделать из этого поля Хиросиму. Короче, ребята, будем на... О, он по полю бегает. Ну я же использую кукурузное поле, не зря ж мы эту карту выбрали. Видите, как они все там стоят, шкерятся, все возле бомб. Спайдермен, как тебе там, нормально? Откуда ты знаешь инфа? Откуда? Видел? Ай! Всё. Домой. Я бегу как разведчик. Есть! Есть! А что, нет, есть? Он врет! Ха-ха, блин, ну что ты? Он врет. Так, кто у нас там? Так. Ученый с автоматом, телевизороголовый и банана-челик. Ага. И Рик. Так. Мы уже ближе. Да, отлично. Мочите своих, мочите, мне это нравится. Тихо. Зря ты со мной так. Зря. Ты где? А я сейчас тебя встречу. А чё меня к земле так придавливают вашими патронами? Он в доме. Кто не засыт ко мне сюда выйти? Давай. Отлично, нычка. Давай, спускайся, кто не сы, давай. Давай. Ребята, давай. Сейчас сделаю по красоте. Сейчас только кто-то из них спустится, я его сразу убью. Он наверх идет. Он наверх. Вот он. Я как псих буду прыгать. Он во мне. Ты не успел. Ты не пройдешь. Так, отлично, ребята, я стал большим. А вот теперь уже будет прям посложнее мне. Потому что надо как-то забраться наверх и сделать так, чтобы они в бомбу стрельнули. Не бей! Щенок вонючий. Ты чё, будешь по мне ещё стрелять? А, жизни мало! Так. Хорошо. Отлично, ребята, ну что, я наверху. Он врет, он тут ходит. Да, я его только что убил уже. А бомбу кто активировал? Не знаю. Мы тебе просто улетаем. А вы не стреляйте, послушайте внимательно. Я понял. Ну, сверху, походу. Да. Шаги очень не слышно. Ну, собаки. Он тут. Стреляйте по бомбе, давайте, стреляйте. А, жизни мало. Убили. Ну, нет, да вы что, издеваетесь? Я же хорошо играл. Как бот играешь. Короче, я использую последний шанс. И ты сейчас себя проигрывает это чужим. Значит, вы победили. Последний шанс, одна жизнь. Бегай. В доме уже. А? Я в доме. В доме. Кого-то убил. Меня убил. Ой. Так калашматки вас, мощь ты, эти пулеметы вонючие. Все наверх. Он невидимый, он в этой канализации. Вот он! Нельзя, уйди. По бомбе должны стрельнуть. Не цельтесь в бомбу, умоляю. Блин, да чё вы в неё не попадаете? Он профессионал. Не про. Да ладно, я проиграл? Да! Да не может быть! Да не, это я подался! Да блин, да голимая нычка бомбы! Ладно, вы выиграли, молодцы! А че вы не стреляете по бомбе? Не хотите, да? Очко, есть! Я проиграл все равно. Блин, пацаны, вы очень хорошо играли сегодня. Просто великолепно. Ну блин, одна из лучших таких, знаете, защит бомбы. Было еще когда-то в тех роликах, но это всего лишь второй раз. За все время чужого. В меньшинстве выиграли. Да, вы молодцы. Ребята, смотрите, насколько был мощный взрыв. А карты здоровья. Мне кажется, с этим кукурузным полем еще можно очень много всего записать. Офигеть! Оно просто можно гигантское. Прятать. Можно здесь вообще что-то прятать или, допустим, играть.
убегать на машине, вы должны меня поймать. Ну, не знаю, что-то можно классно. Напишите в комментариях, что здесь можно именно такое крутое и интересное снять на этом поле с кукурузой. Потому что оно просто гигантское, смотрите. Оно очень большое. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения и всем пока. Где эпический взрыв? Вот, все поле сожгли. И еще.